Так, я не понял, а ты кто тут этих девочек пустил ко мне? Это моя шахта! Это вообще ты! Леска! Это моя! Ты чё тут своих подруг позвала? Я же тебе говорил то, что я тут один буду находиться, чё тут это... Прям сюда это поставила, кто такие вообще? Это вообще мои друзья, это кто такие тут стоят? Это так, мужики вообще-то, качки, Леска, ты чё, давайте уходите отсюда! Девочек, мы тут одни будем отдыхать! Только. Нет, вообще. Давайте, давайте, вот, подержите, чтобы они уходили поддержка. Отсюда! Это мне вообще-то хлопают, Леска, не путай! Погоди, так это подписчики наши уже пришли, что ли? Друзья, прием, на связи Шедимен. Или Телецка, всем привет. Добро пожаловать в новый видеоролик, и знаете что, сегодня у нас походу будет настоящее противостояние шахты девушек против шахты мальчиков в Майнкрафте. Посмотрим, что, или кто сегодня окажется сильнее, а точнее, что нам сегодня вообще может выпасть, либо мы сможем найти в этих шахтах. Но ты, конечно же, во-первых, прямо сейчас поставь обязательно лайк под этим роликом. Вот, а во-вторых, так как сегодня противостояние мальчиков и девочек, это мое самое любимое, мальчики пишут в комментариях бицуху. Эмоджи, а девочки пишут, конечно же, сердечко. Вот, посмотрим, кого сегодня наберется больше. И, как всегда, напоминаем, обязательно подписывайтесь на наши телеграм-каналы Базы Шедоуни, Лискоуни, Нубоуни. Вот, и... Ссылка на мерчи находится в описании под нашим видео. Там есть много чего интересного, связанного, конечно же, с нами. Вот, например... Вот такой рюкзак, либо же там, например, может находиться вот такой мешочек, и это только, ребят, наверное, 1% из того, что там есть. Ну что, ладно, так, мужики, давайте собираемся, так, короче, все вот погнали. Сюда вот. Так, это убираем. Ну что, посмотрим, Леска, тогда кому сегодня что попадется в этих шахтах. Ну а первый челлендж, получается, конечно, погнали искать сундуки, потому что мы с тобой без инструментов копаться сегодня не сможем. Так что, да, придется тут немножко поднапрячься. Так, наверное, может быть, где-то... А где же они могут быть? Так, я вот тоже пока что не знаю. Так, тут я... Деревья, а, погоди, что-то я, по-моему... А, я нашел уже. Так, я уже нашел. Так, почему это раз, тебе легче, два, что ли, получается, чем так, мне? Потому что мальчики вообще-то круче, вот так вот. Так. Нетушки, я все, докажу, давай, Леска, наберешь, короче, вот тебе, смотри. Оп. Смотришь? Все, давай, короче, я погнал копаться. Смотрю. Давай, так. Крутит он. Все, друзья, погнали, короче. План такой, для начала я, наверное, постараюсь убрать как можно капец больше вот какой. Этого песочка, для того, чтобы он мне тут не мешался, потому что я сейчас буду копаться вниз, а лицо у него и он будет просто-напросто осыпаться мне на голову. Леска пока что так. Там пытается что-то по деревьям там лазит везде. О, прикинь, тяжело. Вот тут вот, внутри. Я бы даже не заметила. Все, друзья, думаю, короче, столько хватит. Так, это мы пока вот сюда вот это все скинем. Это мне тут не надо ничего. Чего? Давай, давай. Это тебе немножечко подарочек там. Что мне тут? Я тебе сейчас вообще все заспамню тут. Конечно, наберешь. Сейчас я первый сундучок найду и все. Фигню мне тут понаставил. Так, друзья, погнали. Надеюсь, что удача будет на моей стороне. Я сейчас найду кучу сундуков. Так, ну пока что что-то, честно говоря... О, нет, резко все. Удача повернулась. Чего? Вот она. Нашел. Нашел. А вот оружку уже нашел. Все, беги. О, нетушки, я сейчас тоже най... Че, ты где там? Давай. Ты что тут мне ставишь кучу какую-то? Совсем что ли? Так, понятно. Ладно, сейчас тебе вот так вот тут... Завалило мне тут весь проход. Сейчас я его выкапывать буду. Все, короче, пошла тут всякие тут штуки, вот эти ваши девчачьи, что-то мне накидала тут, вот на тебе. Забирай назад, короче. Так. Не надо! Чего? Все уже, поздно, уже у тебя все. Ты забирай. Ты, кстати, свои штуки забирай, ты мне там накидал. Я вот ты пока что там кидаешь мне на мою территорию что-то, я тут спокойно копаюсь и нахожу, между прочим, всякие крутые штуковины. Между прочим, я тоже нахожу, но ничего не нашла еще. Ха. Так, а я уже, кстати, второе оружие нашел тем временем. Вот так вот. Зачем тебе так много-то? А вот не знаю, что-то везет как-то. Могу две руки просто взять, наверное, уже и бегать так. О, так вот это мне надо. Можешь ничего не искать уже дальше просто. Так, вот это мне надо, конечно. Так, что у нас тут? Зачем такая штучка? Что у нас тут вообще интересного? Только непонятно. Это мы... Сюда? А если я случайно приду на твою территорию? А, ну, тогда тебе, мне кажется, не повезет, потому что на моей территории опасно. Вот. Ха-ха. Так что как-то так. Так, это мы тоже пока что возьмем. Так, нифига себе у тебя тут, конечно. Ладно. Чего? Это потом немножко попозже. Что такое? Ты мне что делаешь опять? Я ничего не делаю, Леска. Я просто копаюсь под землей сейчас. Меня дернуло. Вот это я не знаю, Леска, это уже надо к доктору идти, если что-то тебя дергает где-то. Доктору не нужно так, идти. Короче, друзья, берем эту штуку также обязательно. Давайте вот сюда вот тоже поставим. Бац, все отлично работает. Так, все, погнали назад. Оу, ты что, совсем что ли? Ты что тут... Да. Ну-ка. Пим-пам-пам, пим-пам-парам. Пим-пам-пам, пим-пам. Ты мне что делаешь? Уходи, куда ты меня прям в контейнер ставишь совсем? А вот ты и сиди теперь в своем контейнере. Кстати, Леска сейчас не выберется вообще. А чё, где ты?
А вот я где. В смысле, а как ты тут появляешься? Ты офигел, что ли? Ты же внутри должна появляться. Что это такое? Да, Леска. Какая-то фигня. Короче, с читами гоняет. Ты что сделал? Что сделал? Убери эту фигню. Зачем ты мне эти камни понаставил? Давай, давай, Леска, все, наберешь, короче. Сама наберешь, уберешь и тому подобное. Наберешь, заберешь. Еще сюда, ну совсем уже. Все, друзья, короче, не отвлекаемся. Мне как-никак надо сундуки искать, потому что... Сундук какой-то. Я чувствую, что там должно быть еще много крутых, прикольных вещей. Так, вот, например, еще один сундучок мне попадается. Так, о, так, это можно как-нибудь использовать, только как, я пока что не знаю. Ладно, отложим это дело, отложим. Так, давайте... Отложит он там что-то. Вот сюда теперь копнем. Так, а я, между прочим, продолжаю поиски тоже. Так, окей, здесь... О, сундучок, здравствуйте. Так, забираем. О, так, вот этого у меня еще не было. Кстати, наверное, мне, в принципе, можно как-то вот так вот все это дело... организовать, вот, чтобы до всего можно было дотягиваться. На самом деле, вот это мне тоже пока что уже не надо, а именно лопату. Ой! Так, чё, какие-то звуки пошли. Ты мне что, зомби, что ли, туда прям поместила? Ты чё мне тут его поставил-то, какую-то маленькую... Кого? Пипсинку-мипсинку тут вот это вот. Чё это такое? Я вообще ничего не стал, Леска, в смысле, о чем ты говоришь? Уйди! Это ты ж зомби сама ставишь и что-то еще говоришь, ты совсем что ли, Леск? Так, у меня зомби другие, у тебя какие-то маленькие. У меня зомби нет, Леск, у меня только криперы были и все. А это какая-то фигня ко мне пришла здесь, непонятно. Я вот вообще боюсь даже представить, что у тебя там. Все. Что там? Это криперы твои, дурацкие. Вот криперы, да, криперы-то мои. О, так, слышу, там что-то взрывантусы какие-то идут. Бомбануло. Опа, друзья, теперь я стал... Вот таким вот необычным. Пока не буду говорить резко еще со мной. Опа, нифига себе, у тебя там нормально прям. Шеди, что ты мне сюда-то понаставил? Вот так вот. Выпусти меня. Давай, давай, Леска, наберешь. Это вообще жестокость. Это кто здесь? Какие-то амогусы? Ты что надел на себя? Это клан амогусов, Леска, к тебе в гости идет. Выпусти. Я тоже, кстати, буду сейчас жестоко с тобой сражаться. Понял? Так, сейчас. Меня завалило. Ерунда какая-то. Где фонари? А вот же они. Так, а ты где, Леска? Что там крутишь? Крутишь что-то, я слышу, ничего, Леска, не кручу. Так, сейчас мы пока что вот с зомбарями это... тут разберемся, которые мне в контейнере понаставляли. Ничего себе, ты бомбишь там. Бамбалейла какая-то. Что? Бомбишь там, как бамбалейла. Это бамбалейлу я никакую не делаю, Леска. У тебя бамбалейла там происходит. Так, я уже на самом деле со счету сбился, хотя я не вел счет, сколько я сундуков нашел, но по ощущениям я... Что я еще и продолжаю их находить, кстати. Я не знаю, как ты, но... У меня уже 4 вида оружия, я, наверное, даже... Я находить не могла. Буду что-то откладывать. Меня постоянно заваливали. Так, ладно. Это ведь только первый слой. Я не знаю, как ты. А ты, кстати, находил уже какие-нибудь контейнеры большие? Нет. Так, я вот тоже еще не находил. У меня пока что только маленькие сундучки идут. Так, здесь тоже ничего нет. Так, надо тебе подойти, вальнуть тебя там. Сейчас приду. Давай. Бойся, шедоу. Так, как бы только случайно твою территорию не зайти... А, так, и вот по-моему, вот... слушай, я помню на твоей территории, что ли? Так, ух, какая прикольная штука. Так, ты уходи давай. О! Ты чё сама амогусом стала? Стой! Чего? Оружие не использую, стой, во. Надоел ты со своими штуками. А, быстрее! Нет! Ты знаешь, сколько ты их много мне поставил уже? Да нет, тут не особо много. Так. Все, ребят, погнали скорее копаться дальше. Пока что там Леска разбирается. А я ушла, меня нету. Так, надо только перезарядиться, чтобы у нас боеприпасы всегда были в готовности. Так, получается, здесь, ребят, начинается территория Лески. Туда мы не идем, потому что друг у друга сундуки мы открывать не можем. Так, Леска, я, короче, немного поглубже хочу копнуть. Ого, уже что ли? Слушай, я нашел какой-то, так, какой-то алмазный блок. Я походу контейнер побольше нашел. Что-то интересненькое назревает. Прикольно, так, слушай, ну-ка... я пока тут. О, все, нашел дверь. Так, открываю, и тут у нас сундук. Бамбалайла. Так, и, слушай, Леска, у меня теперь алмазные, вернее, золотые зачарованные яблоки есть. Не знаю, как там у тебя, так что... Нету такого у меня, не было. Но мне кажется, что я столько наверху не нашла еще. Вот, я нахожу вновь. Так, это тоже забираем. Так, Леска, слушай, я еще тут предметики прикольные понаходил. Так, это мы возвращаем. Так, тут ставим. Так, это мы убираем. Какой-то пипсон. Так, но пока что самое топовое то, что я нашел, мне лично больше всего нравится костюм Амогуса. Ты в кого стреляешь? Я стреляю в своих же криперов, которые тут сверху бегают немножечко. Хорошо. А я тоже амогуса надела, это прикольная штука. Так, да, потому что с амогуса можно бегать достаточно быстро. Вот. Так, я тут ушла внизу. Так, давай. И
Так, я пока что тут тоже копаюсь потихонечку. Так, какие-то... Шэдди! Чё бьёшь-то? И просто на бок свалилась. Ты вообще, что ли, обманщик какой? Ты чё там опять поднастаивал? Чего? Нормально всё. Да ты надоел своими бетонными штуками вообще. Каким бетонным? Это булыжник лес. Зачем ты мне сюда... Смотрите, что он делает. Вот кто сейчас смотрит вот это, а? Все смотрят, Леска. Нет, бежим. Так, догонялки начинаются. Все. И Сони, ты где? О, нет, только не зомби. Так, ладно, так, воспользуемся тем же, что у меня есть. Они за тобой бегут. Леска, по-моему, зомби сегодня мальчики. Они бегут только за тобой. Шэдди, уходи на мою, на свою часть. О, нет, они там прям сюда бегут. Все, Леска, давай, короче, пока. Что тут это, расплодило, зомбари тут всяких. Нет у меня здесь. Так, зачем всё, ты это мне мы сюда поставим. Чё ты тут опять О, здорово. Стоишь, так да? Это твоя же территория, я не знал. Уходи давай. Так, ладно, ладно, все, ребят. Пойдемте немножко покопаемся все таки Так, но на изготовке нужно не быть. Знал. Всё ты знал, ты вот специально делаешь, чтобы меня завалить тысячу раз так. Так, погнали. Побалаю свою. Так, может быть, еще какой-то сундучок маленький попадет. Так, это мы сундук уже находили. Так, давайте попробуем прокопаться немножко с этой стороны, может быть. Так, ну, так. По-моему... С маленькими... А, нет, слушай, Леска, я еще даже сундук нашел. Обычный. Я нашла контейнер. Так, только мне нужно немножечко освободить местечко. И сейчас будет такая бомба, Лейла, тебе. Так, контейнер, да, значит? Ну, посмотрим, что тебе выпадет из этого контейнера. Так, я все время слышу зомбари, они, видимо, на улице где-то там. Так, все. Так, друзья, ладно, давайте еще раз попробуем в них скопнуться. Так, куда-нибудь вот сюда. Так. Опа. Так, поставили. Пипсауни делает, пипсауни. Так, становится немного темновато, это значит, что мы опускаемся вниз. Так, я нашел контейнер, еще один алмазный. Опа, там что-то опять взрывается. Пим-пам-пум. Это ты что-то делаешь? Нет. Так, этот контейнер, ребят, я уже наход... Так, что там такое? Это прям ты там что-то делаешь, Леска? Меня нету. Там какие-то прям взрывы идут. Меня нет дома. Все, это не я. Так, ну ладно, потом посмотрим. Что там произошло вообще? Так, давайте тоже вот сюда немножко прокопаемся. Так, что-то... Получается, нашел, насколько я помню, два алмазных таких контейнера побольше. Так, неужели это все? Мне кажется, что все-таки нет. Надо еще повнимательнее поискать. Так, сюда вот тупик. Так, о, нет, Леска, я нашел еще один алмазный. Все-таки. А, ну все, вот молодец. Он. Леска что-то там смеется, наверное, что-то ставит куда-то. Так, а что у нас здесь? Так, о! Не то чтобы, наверное, эта штука была бы сегодня полезной, но, в принципе, лишней она точно не будет. Так что давайте ее заберем. Давай, Шедоуни. Давай, не будет лишней. Так, 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 ладно, немножко поискали. Давайте вот так. Ага, Леска, я, походу, понял, что там. Ты меня что там сломала, что ли, контейнер мой? Это... Я что-то вернуться назад это никак произошел... не могу. Это сильный толчок с выбросом. Так, понятно, сейчас надо будет, ребят, походу, все заново вставить. Так, ладно, давайте вот тут проползем немножко. Вылет был какой-то. Так, прилёт, что тут вообще за катакомбы вообще? Как отсюда реально выйти? Какие-то идут непонятные звуки. Это зомби издают. Так, вот он выход. Так, друзья, давайте воспользуемся этой штуковиной. Опа, отлично. Так, хотя нет, слушай, не особо ты взорвана тут. Так, это здесь. Я вообще тут что нашла? Так, так интересно, интересно. Прекрасно. Прекрасные штуки для прекрасной лесовни. Так, да, интересно было посмотреть, что это именно такое. Так, я пока что... Так, только оно как-то... Ребят, странновато, конечно, так у меня, наверное, не получится сделать вот так. Шедоуни, ты кушаешь чипсоуни? Обязательно. Так, тут что-то, ребят, к сожалению, не работает. Так, давайте пока вот так вот сделаем. Так, это тоже убирантусы всякие делаем. Чипсики жуют вся дома. Все, выхожу на след, ребят, погнали. Что такое, на меня идешь, что ли? Возможно. Да зачем мне? Фига, у тебя тут такие контейнеры прикольные, красивые. Зачем? Прикинь, что делает мне, а? Видали? Видали, что он делает? А с какой целью так делает? С целью противостояния. Чего? Так, Лисоуни, сейчас что-то там произойдет. Воу! Нифига там что-то нашла. Так, нормально. Так, давайте, ребят, туда еще немножко накидаем. Это крутяк у меня здесь. Что у тебя там такое? Ты меня выглушил, заглушил, перекрутил. Ты жива еще там, что ли, или что? Ты что мне сделал? Чего? А что я на дереве-то очутилась? Я не знаю. Погоди, в смысле на дереве? Почему на дереве?
Я на дереве на твоем синем приземлю очутилась. Нифига себе, погоди, а что у тебя бронька уже какая-то другая? У меня такой нет. А вот, она шла, потому что так, не друзья, надо уходим. Было... Уходим пока что, давайте вот эту штуку воспользуемся. Угу. Лови. Леска опять там что-то ставит. Все, я тебе поставила, вредительство сделала. Так, что бы нам тут... Сейчас тебе тоже всякие штуки тут поставлю. Так, это сюда. Ну-ка, хватит. Ты подняли. Это вон туда. Нормально. Давно противостояний подземных не было. Вот что-то прям это, опа, ностальгия какая-то. Это, а ты что, невидимка, что ли? Где ты? Нет. Слушай, реально, ставлю своих зомби, и они меня преследуют. Тут неадекватные. Потому что зомби за меня сегодня. Я никакой, какой невидимка? В смысле? Я в костюме Амогуса бегаю. Это ты делаешь что-то. Что ну, делаешь? Я, это правда. Ты, вот же ты ходишь, все летят камни. Кого? Ты что, совсем что ли, Леска, там? Вот я ломаешь. Копаюсь в шахте сейчас, ты сдурела, что ли? Я то... Да, тяжело, ребят, что-то ты... прям, я не знаю, что-то очень, на самом деле, вот даже любопытно я бы узнать твои... было. Партикулярчики. Погоди, стой, ты где твои? Сейчас? Я сейчас уже у себя в шахте, до этого у тебя была. Ну, я копаюсь внизу, то есть я понятия не имею, о чем ты говоришь все это время. Шеди, у меня рука дергается сама. Вот видишь, я же говорю то, что это не я делаю. Так, а я тут тем временем нашел какой-то еще один контейнер. Так, и по-моему он, ребят, самый... Или обычный такой же, короче, средненький. Короче, что-то Шеди делает. Видите, ладно, друзья, пускай Леска думает, что это я делаю, реально. А рука почему дергается? Я не знаю, это твоя рука, а не моя, Леска. Диагноз какой-то, что ли, реально нормальный. Так. Так, где эта дверь? Вы серьезно? Я прокопал с четырех сторон, и дверь ну, именно с последней осталась. Ну что ты опять не поставил-то их, а шедоуни, а? Так, давайте, друзья, залезать, смотреть. Так, о! Нифига себе, это полезная штуковина, между прочим. Так, надеваем. Так, это я уже вскрыла же эту штуку. Ну, что-то... Слушай, твои зомбаки, они просто повсюду. Это твои зомбаки. Ой, меня... не зомбаки, а вот эти вот. Штучки. А, это да, это нормально. Так должно быть. Так. Так, давайте, друзья, еще факелочек поставим, чтобы слишком, опять же, темно не было. Да, так, я очень да, надеюсь, то, что... Слушай, а что там было в том контейнере? Ты так удивилась прям. Бронька хорошая была, мощная. А, ты ей так и удивилась тогда, все, я понял. Да, вроде да. Ничего такого больше. Так. Ну, всякие штучки у меня тоже есть. Так, что-то я пока что на этой глубине нашел один контейнер. И больше не я нахожу. Что там? Я нашла тачку. Погоди, а что я на твоей территории вообще копать? Почему тут розовая стена какая-то? О, я вот эта синяя знаю, пошла. Меня... Теперь я-то, а я думаю, что у меня ничего не находится? Капец. Что там такое? Такая тачка. Все, я выиграла челлендж. Не-не-не, нифига. У меня всяких хитрых штуковин больше. О, вот и контейнер. У меня, знаешь что? Работаем. У меня 911. Нифига себе, что это такое, номер? Телефон, что ли? Так, друзья, короче, Леска, я тут такую штуку нашел, все, ты от нее точно вообще прям не отвертишься. Что такое-то? Что это? Слышишь? Я поехала. Давай, наберешь, когда едешь. Ой, друзья, ну посмотрите, как смотрюсь. Ну шикарно вообще еду просто. Бомбическое просто. Так, ладно. Сейчас я попробую что-нибудь найти, как... посмотрим, сравним реально, у кого что попалось, у кого что прикольнее. А как выехать-то там? Все же заблокировано. Выехать? А куда ты выехать хотя хочешь? На улицу к тебе. Так я копаюсь тачка еще. Мне. Я тоже копаюсь, я продолжаю. Оу, что я нашла? Так, друзья, еще один контейнер. О, так, слушай, Леска, я нашел тоже броньку, но, честно скажу, мне больше нравится Амогус, так что я, наверное, ее оставлю, вот, и буду защита бегать меньше, в Амогусе. Ну, защиты меньше, но скилла-то больше, так что... Скилл. Пила какая-то. О, погоди, Леска, я тоже нашел тут эту тачку, прикинь. Что у тебя? Синяя? А вот увидишь, нет, не синяя. Так, и забираем. Слушай, ну, что, можем подняться, посмотреть, у кого что выпало сегодня? В принципе, самые дорогие предметы... Заберу? Погоди, а ты ее не забрала? Нет. В смысле, так возьми, забери, Леска, ты чего? Сейчас возьму. Сейчас. Да, Лисоуни сегодня от Литоуни полной. Нет, не от Литоуни. Так, я вот сюда прям на контейнер тебе тачку поставил. Так, как вылезти отсюда, боже мой. Так, у тебя компаса нет, что ты не находила? Нет. А у меня-то компсик есть, я могу возвращаться быстро. Ну ты видишь, что какая-то вообще вылетоуни у тебя реально. В кого стреляешь? Я, чтоб ты на звук ориентировалась. Не, не стреляй так, я боюсь такие звуки всякие. Давай, Леска, поднимайся, я слышу, что ты где-то... Да я поднимаю. А вот ты где-то вот здесь сейчас идешь. Так, ты мне там ничего не делай, я сейчас выхожу, я все. Посмотрим, посмотрим.
Оу, а что, на крышу поставил? Так, да, подожди. А вот ты где? Так, подожди. Ну-ка, у тебя что там? У меня в Элитоуне. Слушай, Слушай, мне кажется, я сегодня все-таки больше крутых предметов нашел, потому что я смотрю, у тебя тоже кое-чего там нет, что есть у меня. А что у тебя есть? Вот сейчас буду показывать. Так, о, а у Лески, получается, да. Слушай, прикольно. У тебя такой прям этот, такой без спойлера, без всего, но он классно выглядит. А у меня получается, смотри, у меня прям там спойлер всякие, ну, что-то наклейки себе, там. Крутяжный. Вот, я могу вот так вот посидеть, что ли, вот покататься тут. Ну-ка, сейчас так немного вниз спустимся. Так, ну-ка, аккуратно. Ого. О, у меня там прям это, видишь, юбки вот эти вот есть, там сплиттеры всякие, не знаю, как они называются. Вообще у тебя крутой тюнингованный, мощный прям. Да, вот так вот. Так, смотри, у меня еще, видишь, на спине что есть? Вот такая штука. А, джетпак мне не нашла. Это не джетпак, это джамппак почти. Джетпак. А. Вот. И получается, у меня всякие крутые оружки. Ну, в принципе, костюм Амогуса ты тоже видел, у тебя он тоже есть. Вот, и... У меня вот такой есть. Короче, из костюмов. Это Амогус. Такой есть. О, нифига, кстати, я такой не находил. Вот эта штука. Вот, вот из оружия у меня вот пулемет, наверное, самый крутой. У тебя что из оружия? У меня вот такая штучка есть. Вот это и вот это. Ну, и С4, конечно же. О, так, С4 у меня тоже не было. Так, ну вот эти панельки, как ты уже понял, и... А вот это я не знаю, откуда у меня жилет такой. А, это, видимо, у меня в контейнере тоже такой стоит, кстати, шлем. И у меня, кстати, броня вот как у тебя, только черного цвета. Вот, поэтому я решил именно Амогус оставить. Друзья, ну что же, в общем, вот такие предметы сегодня нам повыпадали. Кому-то что-то выпало круче там в качестве брони, кому-то в качестве, не знаю, там оружия, наоборот. Ну, а на связи был Шадимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья.